День российского студента, Татьянин день. Пожалуй, самое обожаемое студенчеством событие. Пышный праздник Казанского федерального, в котором стремится участвовать огромное количество студентов от первокурсников до аспирантов, прямое тому доказательство. Мы иностранцы, мы сейчас по обмену здесь, и мы не знали, что у нас тоже есть такие праздники студентов, но скажем, что по-разному. И может быть, да, можно сказать, что они не так много встречаются, поэтому для нас это немножко... Не принято, но это очень хорошо видеть, что все собираются вот по случаю этого праздника. И мы сейчас тоже любопытно ждем концерт. Мне очень нравится, уже с первого курса принимаю участие. К сожалению, это последний раз, но впечатления только положительные. Всегда очень рада участвовать. Традиционные атрибуты этого дня – нарядные студенты, атмосфера праздника, концертная программа, приятные сюрпризы и теплые слова ректора, который был как никогда на одной волне со студентами. Когда тебя встречают милые и красивые девушки, особенно Татьяны, всегда думаешь, чтобы загадать в этот день, вот став между ними, я загадываю, чтобы все у нашего университета было хорошо. Чтобы все, что мы задумали, какие цели поставили, они сбылись. Не на шутку волновались участники концерта, которые готовились к празднику в рекордные сроки. Мы находимся за кулисами, где через пару минут начнется праздничный концерт, и мы решили узнать у артистов об их эмоциях. Да, здрасте. Как ваши эмоции? Немножечко волнуемся, новый танец поставили. Достаточно сжатые сроки были для постановки танца, поэтому очень волнительно внутри. Но мы надеемся, мы справимся, потому что коллектив уже долго существует. У нас красивые декорации, причем это, можно сказать, первый раз. Так что мы надеемся, что у нас все получится. Также во время концерта были подведены итоги межрегионального фестиваля «Татьяна Поволжье-2013». Победительницей стала Татьяна Дуднякова из Мордовского государственного университета имени Огарева. Татьяна Рябова из КФУ завоевала титул «Мисс Улыбка». Веселый праздник украсили зажигательные танцы, веселые песни и любимый КВН. Зрители на ура встречали своих любимых артистов-однокурсников. И несмотря на то, что праздник закончился, еще надолго сохранят позитивные воспоминания. Евгения Шевченко, Ленардо Влетьяров. Специально для Универньюз.